65-го года? Да. А хозяин, получается, девушка, да? Да. А, один хозяин, да? Да. Угу. Из переделок только мотор меняли, да? Ну да, потому что там уж вообще слабенький. Чего 55 лошадей у него? А, ну кузов-то чего его переделать? Перекрашивался куда? Красил? Ну, красил. Красили? Конечно, что знаю. Сколько лет. Он на пороге делал. Ну, то есть, даже ржавчины, пятнышка нет, короче. Ну, сейчас. А зеркала сами, да, поставили? Не родные? Конечно, да, там уж что стояли-то эти. А родной мотор сохранился или нет? Да нет. Сдали его? Родной сдал, что он давно. Их жалко. Что же она у него 75-го года водит. Угу. Бампер родной, да, вот этот? Да, да все родной. Это, по-моему, самодельный. От мопеда или от велосипеда. Похоже. Фары, оптика, все работает? Приборка? Да, работает. Мост родной? Мост родной, да? От Волги? Короче, только начинку поменяли, да, вы? Начинку. Я вот эти все пластмаски вон там заказал, даже пластмаски от жары поплавились, я думаю, поменяю, да ездить. Что за пластмаски? Ну, вон, видишь, на бардачке, а, на это. Панельки? Панельки, да, это все есть сейчас, в интернете заказал, думаю, не уйдет, сам поставлю, сам сделаю. Думаю, вот эти, да, сделали? Да, конечно. Нет, они, я их заказал, они новые есть. Угу. Не прислали, только, я думаю, приклеить, да. А так-то что, на? Машина на ходу, все. Сигнал не работает? А там от этого же ключиком поверни там. А, зажигание, понятно. Да. Так, этот музыку сами, да, поставили? Да ну как же уж. Ну это уж. Он ездил, приемник-то. Не смотрит. Все работает. Ага. Все понятно. Круто здесь. Не смотрится этот. Ну это понятно, что. Ну, для деда радио на. Да. Руль перешитый, да, у вас? Ну, руль это да, руль поставили такой уже. Коробку тоже меняли с двигателем? Ну, она 24-ка, 24 стоит. Четырехступка, да? Четырехступенчатая. Четырехступенчатая, да. Угу. Салон руль перешивали, да? Ну да, это уж поставили такой. Угу. А больше-то ничего. Это родные, да? Это все, да. Зеркало родное. Так. Линолеум постелили? Ну да. А, краска. Там двигатель вообще как новый. Вон сейчас капот, если тебя поинтересует, капот. А новый двигатель покупали, да? Или с разборки? Да нет, наверное, бэушный брал. А тут давно, кого, с 75-го года она у него в одних руках. Ничего себе. Представляешь, какие там разборки были там. Что нашел, то боткнул. Это столько лет не продавали, 60 лет у одного хозяина, что ли? Ну, конечно. А что, вот поэтому она в таком состоянии, я тебе говорю, я вот свою продал. Это. Так, дворники родные. На ездил, да. Антенна. Конечно. Резинки уже полопались. Ну, так. Ну, это мелочь, понимаешь? Это мелочь, это все. Самое главное, это кузов, посмотри, в каком состоянии. Подвеска смазывалась, да? Ну, конечно, раз она на ходу едет. Нет. Шкварня. Да, это все он мазал, все это делал. Просто сейчас у него желание есть, уже сил нет, а мне, короче, уже неохота. Ну, это понятно, старости неохота возиться. Да. Старая машина требует внимания. Вот, и я тут же ни инжектора, ничего. Но... Да, тут... Резина родная, что ли, я 208? 21-й Волги. Да тут все 21-й. Капот, айда откроем. Передок хром хороший.
Да я говорю, у меня мока была 3 года сзади, вот эта вот херня под номером. Все уже. Пошла пузырями, а здесь вон, смотри. Ну, гараж, если сырой, он пойдет. Да. Ну, в гараже посмотри. Храните, да? Да. Вон, посмотри, какой двигатель. Обалдеть. Вот и я тебе про то. Чистота. Радиатор, что ли, родной? Да. Да. А какой Волги, говорите? 21-й. А, 21-й. 21-й. Ну, у них родной 55 лошадей, а это 75. Генератор уже современный, да, стоит? Этого нет, что ли, упора? Да есть, вон. Поставьте. Поставьте. Двигатель как часики, наверное, работает? Шепчет. Масло меняли, надеюсь? Конечно. Масло чистое. Светленькое даже. Не стекло, наверное, заводили только, наверное, да, еще? Заводили, выгнали оно. Выгоняли, да. Он тепленький еще. Так, рулевая. Угу. Стартер. Сделан в России, еще не этот, не СССР. Ну, такая. Ну, Волк же СССРовская. Некоторые оригинал ставят, так сказать. Ну да. Ну, заведите, послушаем. А карбюратор какой стоит? 29-й. Двигатель не дымит, нормально? Синий. Дыма нет синего. Вот газоните чуть-чуть. Дыма нету. Да не, она как я говорю, как чистый движок там. Давайте еще посильнее. Холодненький еще. Холодный просто. Это... Все. Сейчас она. Подождите, нагреет. Подождите, не выключайте. Ну тихо работает. Ну тихо, ну а что двигатель-то? Масло не капает? Нет, все там сухо и комфортно. Смотри, в гараже линолеум постельный, так что там сразу видно. Тосол или вода здесь? Тосол? В каком году меняли двигатель? Даже на 85-м? А в документах поменяли на этот? Да, ну что, паспорт есть, все. В ГАИ, что потом изменения сейчас же. В ГАИ есть, они паспорт в этом. Написано там. Написано там, даже печати, номер указан. Так что документы не правда. Двери. Двери такие у него толстые. Ну да, двери конкретные, если... Как в танке. Как в танке. Опа. До Казани доедет, нет, она своим ходом? Как думаете? До Казани. Или на эвакуаторе лучше? Дойдет, конечно. Тормоза есть, да? Ну, тормоза есть. Но это, я думаю, не продастся. Я, короче, ее под шаманю, то сам буду ездить с работы на работу. Это свет. Фары, да? Надо, да, посмотреть фары. Вот. Ну это же ретро-автомобиль. Ну ты. Все работает, конечно. Ага. Ага, масло. Это конденсат. А, конденсат? Да, вот здесь с водой труба черная. Давно не заводили? Ну конечно, а что я на дачу?
Я свою только вот неделю назад продал. Я ездить надо. А у вас какая машина? Opel Mokka была. А, Opel. Ну. Сейчас пока еще ничего не сделал. Говорите. Да. Это поворотник. А, поворотник. Поворотник и эти. Да. А так, все, оптика, все работает. Единственное, что я говорю, я вот теперь договорил с мужиком, съездить на тормоза прокачать. Это. Ага. Она же как танк тяжелая, ну что, сколько веса у нее. А тут на Opel-то привык там раз, а на это и хрен. Работает, смотри, как. Да, тихо. Зимой, наверное, не ездите, да? Нет, давно уж он не ездил. У меня своя была. А так ездил он? Здоровье-то пока было. Ездил, да, пока здоровье. Пока здоровье было. Да? Багажник откроем. Вот, смотри, багажник. Что там имеется? Запаска дорадная. Запаска, да. Что у нас такое? Не поднимается. Это ключи, да, у него? Да. А, обычные ключи. Обычные ключи. Чего у тебя это подними? Она же вот, лежит на пластинах вот здесь. Приспандорина. А колесо вот так надо таскать? Вот. Да, да. Вот видишь, она ее приспандорина. Снимает. Понятно. Короче, запаска родная. Понятно. Ключи что ли? Ну, это набор ключей, да, ваш? Да, набор ключей. Лопатки тут. А что такое у вас? Головки. Головки. А, на ключ, да? Ну. Насос, домкрат. Да. А что такое, обшивали? А, это? Это было. Заводское, да? Да, заводское. Это еще с тех времен. А что иметь? 55-го года, ну. Вот такой аппарат, бля. Это же сталинская машина. Ну, конечно, что. На ней Сталин ездил. Интересно. Вот так багажник закрылся. Ржавчина у вас пошла немножко. Ну, короче, здесь надо зашкуривать ее. Ну, ремонт нужен. Нет, ну... Это понятно. Столько лет в машине, где это без вложений? Шпаклевка есть где-нибудь? Это пластиковая, что ли? Просто железо толстое. На пластик похоже. Магнита нет у вас? Нет. Да и откуда пластик? Вот смотрите, какой здесь звук. Здесь... Или железо. Может, шум поставить? Шумоизоляция? Здесь такой. Нет, звук странный. Ну, просто видишь. Шумоизоляция вроде нет. Ну, то. Здесь-то дребезжит. Она вон вся такая. Вот здесь тоже постучит. Че, это не железный же как бы. Странно. Так, задний ряд. Че у него там? Диван, че. Ручки все родные, наверное, да? Ну, конечно. Все работает. А торг есть у вас? Че? Торг есть? Коврики? Нет, торг на цену. Ну, а сколько скидываете вот на весь ремонт? Да стольник скинем. Стольник? Да. Это сами сделали, да? Ну да. Надо было покрасить, конечно. А это оцинковка же. А там под ним что, ничего? Дыры нету? Нет. Ну, да. Так, это у нас. А внутри свободно, как в квартире. Ну, внутри ты там. Как однокомнатная квартира. Как трехкомнатная квартира, я говорю. Свет работает. Я вижу, что продаешь ты? Нет. Изучай. Историю смотрим. Да. На чем наши предки ездили? Отличное состояние, ё. Где их продают? Музей наук, да. Так, дверь закрыта?
Зазоры стандартные. Ну, это... Замки все работают? Замки работают. Я на дачу приезжал, закрывал. Короче. Все. Вот такой аппарат. Я тоже думаю, ну идет, нахуй. Я не буду ездить, ёпта. Такие, блядь, машинки всех иномарок в городе дохуя, а это одна, блядь. Это уж на музее только, ну. Сейчас движение такое, не разгонишься на ней. Ну, в городе-то все равно 50-60, быстрее ты не едешь. Что-то всего масла здесь. Так смазывали, да? Так смазывали. Сделано в СССР. Фары родные, что? Да. Заводские. Угу. ГАЗ-20. Да. Давай прокатимся вперед-назад. Угу. Туда-сюда. Как она в движении. Шторка открывается? Да. Назад вперед просто. Ну, зачем туда она была? Туда она вот просто. Ага. Руль мягко идет. Люфта нету? Еще я снаружи сниму, как она. Назад так же сделайте, ладно, посмотрю. Где-то права есть, что? Ну тяжело, он уже... А, тяжело, наверное. Нет, другом. Он 40-го года рождения, лет 78 лет, ты что ж хочешь? Тормозит. Тормозит? Нет, но это же есть. Надо. Даже до Казани без проблем. Отлично. Очень. Тормозит резко. Очень. Это тормозит. Карты родные, да? Да. Хочешь во Владивосток? Да, на Дальний Восток. Значит, двигатели меняли, красили, больше ничего не делали? Ты не красил я. А, не красили? Не. А кто красил я? У меня типа красили. Правое одно крыло и заднее крыло. А зачем красили? Битое было? Или просто? Да просто. А, вот он обновить? Гараж взял. Зацепил. Да. Поэтому оно такое. Вот здесь чистое место. Ну вот оно видно же, где подкрашивалось. Вот смотри, вот здесь и здесь. Да, здесь мутно идет. Да. Ну, это... Если 55-го года, так не бывает, что, блядь, кузов не красили. Соседи у вас любопытные, да? А? Соседи любопытные. Здесь колдыри ходят, нахуй. Да, вон там, сколько такое ворота. Тут идут, то 100 рублей дай, 150 рублей дай. Тут стакан дай, блядь. Стакан дай, да. То воды дай. Все дай, да? Да. Гараж-то видишь, блядь. Я на замок закрываю все время. Ворот на замок закрываю. А это ваша территория? Ну вот, да, вот здесь. Гараж стоит. Вот такая машина у девушки. Нет, ну лучше это. Вид у нее, короче, есть. Ну, видишь, хром даже в таком состоянии. Хром, да. Чего уж говорить. Ну это родной хром. Ну конечно. Это все родное. Некоторые же доноры собирают. Да. Битую покупают, с него снимают. Ну понятно. В общем, 900 тысяч не меньше, что ли? А обмен на другую, на Жигули там какую-нибудь. На девятку не меняете? Да нет, зачем? Эти ведра уже все было у нас все уже это. И да, если возьму, так чтобы передвигаться, я говорю, я ее так сделаю там.
тормоза прокачать надо все равно, так, по мелочам. Вот эти зимние колеса нету, да? В салоне есть у него зимние колеса. Родные, да? Конечно. Есть. Тоже в гараже? Да. Понятно. Гараж сухой, без погреба, да, она стояла? Ну да, без погреба. Поэтому и не гниет. Если бы погреб был, сам знаешь, оттуда что. Сырость идет. Да, машина и погреб — это две несовместимые вещи. А, это у вас запчасти втулки, да, что на нее? Да вот замков сколько на двери, смотри, это все дверные замки. От вот. Нее? Конечно. Да. А где столько взяли вы? Где столько? Если с 75-го года в одних руках, еще что ли. Собирали, наверное. Конечно, у него тут запчасти еще на одну победу. Тут и задние, и передние. И замки. И задние, и передние. Тут еще на одну победу запчасти. А, колпаки, да, есть? Да, он, смотри, тут еще и карбюратор, блядь, лежит там. Это тоже с машины даете? Машины, все, если кто возьмет, да. Я его снабжу на грузовой машине пусть. Вот чемодан отдал. Сцепление. С запасными да. А там что, достаньте, можно посмотреть? Да вот. А вот это там что, прокладки, что ли, такое? Ну да. Вот. Тут света нет, да, у вас? Свет есть. Ну ладно. Это от нее прокладки тоже? Да, это от нее. Да, от нее. Это коллекторные. Коллекторные. Ну смотри, втулок сколько на амортизатор на задней. Очуметь. Вы что, на заводе работали? Ну, в свое время-то что, он занимался же, ездил. Колпаки вон, смотри. ГАЗ, да? Ну, волгоградские вот это. Четыре, нет, это победовские. Победовские, родные. В хорошем состоянии. Это победовские. ГАЗ. Вал? Коленвал. От чего? Тоже от нее. От нее. От 21-го Волга? Да. Уже шлифованный, штафель готовый, уже шлифовать не надо. И маховик, да, от него? И маховик. У вас тут можно еще одну машину собрать? Еще одну можно собрать, пришивание. Но уже все. Подшили. Это чемодан с электричеством, со всякими. Угу. Реле всякие вот. Очуметь. А это вот распредвал, да, у него? А это коромысло. Подсвечу я. Коромысло. Новая она? Клапана. Клапана, да. Клапан. Новый совсем. Угу. Новая, да? Новый. Так. Значит, тоже запчасти с машины. Ну, если запчастями, то можно, конечно. Вот совсем. Я же думал, она у вас просто. Да нет, просто. Ты что, столько, если я же говорю, 75-го года она у него, это тут запчастей вот, еще. Вот запасные эти. Что это? Амортизаторы? Амортизаторы. Родные? Передние. Да, родные, да. А вот шестеренки от чего? А это распредвал. Там не видно, блин, нифига, стучка. Тяжелый. А это накладки на тормоза, да, что ли? Да, накладки, да, да, тормозные. Тут же дисковые стоят и перед, и за. Не, не дисковые, барабанные. Барабанные, барабан, да. Чемодане какие, говорите, запчасти? Новые или бэушные? Новые? Никакие. Я бэушные выпустил, да. Кристалл. Это такие вот. Да, уровни такой. Тут купана всякие. Ага, понятно. Вот, здесь смотри, там нет. Погас здесь. Это крестовины, что ли, там? Там и крестовины, все здесь. Тоже ваше, да? Тоже, да. Ну, у него только от этой машины, там от другой нету. Крестовины, ага. Подшипники. Подшипники, сальники, все. Ручки. А запчасти отдельно не продаете? А? Отдельно не продаете? Нет, отдельно. Машина, да? Да. Ты родная, что? Ну. Ну-ка. Я его тоже не продаю. Это смотреть надо, стекло. Это там тросик, наверное. А ключи забрали, завести? И сел, наверное, на них. А. Под коврик. А, все понятно. Ну-ка, сам смогу завести? Да, а что не заведешь? Если с другом приеду на машине, может, на тросе, ну. Если, конечно, они согласятся. Ну. Так, это что у нас? Амперметр, бензин? Амперметр, да. Вот этот датчик, короче, смотреть надо. Это я сделаю. Давление не показывает, что ли? Давление масла не показывает? Давление масла, что датчик? Не работает вот этот, который? Датчик
Да, датчик. Но мотор как он? Нормальное давление у него? Нормально. Это все делается. Часы не работают надо, да? Часы там у них этот предохранитель. Ну, короче, тоже надо лазить. Я вот не занимался, потому что мне это. А, дворники работают, смотри-ка. Самое главное. Понятно. Так, ну салон такой. Более-менее живой, но... Жалко, давление не показывает. Это работает. Он, видишь, только плохо видно. Вот поворотник, когда включаешь, я сам сел, когда вот так видишь. А, да, в темноте. Да, видно, видно. Просто лампочки надо другие поставить. Ну-ка, с улицы мигай. А, с той стороны. Работает. Да, это работает. Я потому что вылазил, ездил ты как-нибудь. По городу поедешь и... Нет, ну это естественно. Провод... Бывает, за столько лет проводку мыши сгрызает, не дает смотреть? Да нет, там каждый день город будет. А это я в среду договорился, я там заеду. Насчет чего? Ну, насчет датчиков, это все сделаю я. Чтоб... Не, лишь бы давление было хорошее. Да. Потому что без давления она может, как сказать, масла не будет, она... Если масло, например, кончается, тут же должно загораться что-нибудь. Ну, естественно. Вдруг у него на нуле, и поедешь, и двигатель стуканет. Ну. Это сцепление, что ли? Сцепление. Что-то такое мягкое. Мягкая сторона. Сцепление работает. Так а что же не работает? Все работает, я же тебе говорю, я на ней еду. Если что, я говорю, не продастся, я ее выстрелю. Не продастся, я на делу еду. Как на этот, на там. Отлично работает. Вперед, назад, двигай. Так, все, понятно. Короче, ребятам покажу фотку. Если согласятся, может... Не, вот эту... А, резинка? Закрыта должна быть. Что, это ржавчина, что ли? Там алюминий, а он, наверное, вот отошел. Еще алюминий залепсил. Вот здесь вот. Там алюминий. А еще двигатель посмотрим и все, наверное. Двигатель откройте. Блин, двигатель жалко, не родной. Блин. Ну да, я думал за миллион будет более-менее в родной краске. Ну, в принципе, если скинете там. Вот это... А у него вот цвет, вот здесь вот коричневый, это не родной что ли? Вот здесь вот коричневый идет, а по салону бежевый такой. Ну. Какой цвет у него родной? По документам? Ну, вот, по документам, ну коричневый там. Как называется? Коричневый, паспорт? Да. Коричневый? Да. А где у тебя техпаспорт? Дай посмотри. Мне просто интересно, но... Сейчас, подожди. Он даст техпаспорт там, чтоб цвет... Чтоб по документам хотел. А, вот у него цвет родной. Вот видите, цвет родной. Ну вот она вот такого цвета. Цвет глины как бы. Ну... Ударили. Какой у него цвет настоящий? Этого года. Ну. Бежевый написано. Бежевый, да.
Номер двигатель, да? Ага. Двигатель, да. А что у вас за рыба? Коту что-нибудь есть такое маленькое? Можно я поснимаю, что за рыба? А? Поснимаю, что за рыба. Она этот с озера, да? Да. Просто интересно, а Сетра вживую не видел. А, она там плавает, да? А можно достать посмотреть? Нет. А толстолобика нет, да? Форели? Форели вон там. Она дорожная, да? 150. Давайте мне коту сделайте. Сейчас скажу, сколько у меня мелочи стало. Почем она килограмм? 220. На сколько вот получится? Вот, на рублей на 80. Ну. Она вся здоровая, нормальная, да? Опа! Yes. Это карп, да? Да, это карп. Стой, 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 стой. О, хорошенький. А вот в этом озере, вы в этом озере выращиваете? Да, да. Сейчас же там, получается, рыбачить запрещено, да? Как запрещено? Рыбачить. Платное это. А, платное? Да. Сколько сейчас стоит? Не час. Световой день. О, смотри. И сколько, килограмм, наверное? Сколько сейчас стоит? Побольше маленько. Нет, световой день 350. Где? 172 рубля. Блин, а нет? Настолько? Нет, я не могу. Поменьше нету, да? Нету. Так, чувствую, у меня может еще есть. Сейчас я нагрею. У меня еще полтинник есть. Давай сколько есть. Я вам рекламу соседям сделаю. Может, сам придет. Блин, живой, жалко его. Вам спасибо. Блин, осетр. Интересно он. А один осетр на сколько весит, если на день рождения брать? На сколько рублей уходит? Ну, 900 рублей килограмм. Получается 1500. Да. Вон он плавает. Они что, такой в воде живут, что ли, озерный, интересно, если выращивают? Ну, да, живут. Так она привозная, но живут. Просто их кормление надо хорошее. Да. Ладно, спасибо, до свидания. А там что за рыба у вас? У меня форель карп.
А форель почем? Форель 650. Каст по 250 и по 220. Ну, крупные. Ну, они, наверное, большие, да? Там по 3 килограмма. О, здоровый. А, вон он. А можно форель достать посмотреть? Да, можно. Соседям покажу. Ага. У нас сосед рыбак. Ага. А здесь вот на озере рыбачит такая же рыба, да? Да. Бакирова. А, с Бакирова? Да, у нас там форель, осетр, самы, карп, толстолобик, белый амур. О, красавица. 6 видов. Здесь сколько килограмм надо, да? Ну, почти, да, есть килограмм. Вкусная она рыба, да? А, красное мясо у нас. Просто стейк. Солить можно, наверное? Солить. Знаешь, как можно его? Вот прямо вот так, как вот. 5 минут засолил, и все, и кушаешь. Если что, заеду туда. Ладно, взять, я посолил. Ну, его банки не солить на зиму? Ну, масло соли. Да, там, да, 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 масло там, да. Как положено. Я просто проездом смотрю, с Казанина. А что ты вот? Я снимаю. А-а-а.